Во-первых, мне нравится, что концерт по заявкам, а корзиночка для записок девственно пуста. Это хорошо. Хотя бы уже этим можно, как говорится, так запомниться. Ну ладно, Евгений Николаевич пошел за программкой, составленной не дрогнувшими руками великих зрителей. А несколько объявлений, пока не забыл, меня нагрузили. Во-первых, правда гениальная музыка звучала в перерыве и до? Гениально, я сказал, автор этой музыки Евгений Быков, да. И как говорил один из приятелей Евгения Николаевича Быкова, конференсьер, он говорит, если вы хотите сегодня домой нести частичку тепла сегодняшнего концерта, наши диски продаются у входа. Это как бы руководство к действию. Раз. Второе. 24-го. Я же не к тому это сказал. Поздно, да. Ты уходишь как Познер, да. 24 апреля здесь состоится гениальный совершенно концерт гениального человека. Ребята, я этого человека очень люблю и обожаю. Это Леночка Казанцева. Это совершенно феерический, фантастический поэт настоящий, для которой вот мир прессуется в какие-то, не знаю, знаки, символы, ощущения. И она, вот если... Наш нормальный бард делает отделение 12-15 песен, казалось бы, 63. Потому что вот ей хватает, вот не знаю, двух-трех строк, четырех, чтобы выразить такую глубокую мысль. Я когда ее впервые услышал, я просто обалдел. Сейчас она счастливо вышла замуж, слава богу, и она забросила все эти дела, именуемые авторские песни, к счастью. К несчастью, Василий Шмаков ей сказал, что, Леночка, в гнездо Глухаря все-таки надо приехать. И она приезжает 24 апреля. Не пожалеете. Это явление, действительно. Вот, и еще одно объявление. 6 марта, то есть... Скоро. Как ты быстро считаешь, Николай? Состоится долгожданная для меня премьера. 2 года. Год. У нас год завтра. Год с небольшим. В прошлом году, 17 февраля, пытались мы открыться, не открылись. Что потребовалось для этого? Потребовалось, чтобы гнездо Глухаря переехало наконец-то сюда. Чтобы открылся малый зал, который еще не открылся, но там уже такое. Сегодня ребята были. Там со 2, по-моему, марта начинаются уже концерты, да. И только там, больше нигде. Вы знаете, я немножко расскажу о том, что будет 6 марта и вообще. Раз в месяц. Это так называемый Лас-Пегас. Лас Леонид Александрович Сергеев, а Пегас или Пегас, кому как угодно, кому как ближе. Будет и то, и то, и то, и то. Вы знаете, очень хотелось с детства создать секту. В хорошем смысле этого слова. То есть, вот мы залезем туда 6 марта, это не значит, что мы вылезем оттуда там, в 2035 году, нет. Хватило бы. Песен бы хватило. Неважно. Вот очень хочется создать некую общность. Вот философия какая? Философия очень простая. Если раньше я выходил и пел одни и те же песни для сменяемого количества людей, да, для сменяемой публики. Ну, так всегда было. Ну, так все. Здесь захотелось почему-то сделать, чтобы люди были одни и те же. А каждый раз все разное. Программы разные. Это уже что-то вот, я очень хочу, чтобы это вышло за рамки авторской песни. Там будет все, и то, и то, и то, и то, и классика, и, я не знаю, и попса, если этого потребуют обстоятельства. Все-таки мое историческое образование не дает покоя, я на историческом, так сказать, материале все это строю. Евгений Николаевич, человек очень рукастый, помимо того, что он гениальный музыкант, он еще гениальный мастер. Там будет все, знаете, там будут и... Я там цех открываю по производству мебели. В общем, я не буду вам рассказывать. Я очень хочу, чтобы те, кто придет 6-го, они просто верили мне. Как главному сектанту. В хорошем смысле этого слова. У нас будут свои названия, свои имена, там все. Мы дверь колом припрем и не выйдем гораздо дальше 2056 года. Это, конечно, шутка, но... 6 марта, к счастью, через год с небольшим, Лас-Пегас откроет свои двери. Я приглашаю вас.
Ну, а сейчас вторая часть пытошного марлезонского балета. И мы начинаем с песни, которую я действительно тысячу лет не пел. Но тем не менее ее попросили, и я ее вспомнил. Для того запоминаем лица, чтобы их случайно позабыть. Для того хотим воды напиться, чтобы острее жажду ощутить. Белым снегом отлетят и метели, теплым ливнем кончится весна. Наши лица не помолодели, чуть поблекли, видимо, сосна. Руку друга помним на ладони, руки милые помним на плечах. Позади бесцельные погони, впереди негаснущий очаг. Вроде бы пора остепениться, вроде бы пора других учить. Для того запоминаем лица, чтобы острее разлуку ощутить. Примерно с того же времени. На Версальский дворец опускается вечер, по золоту огней, по паркету бежит. В королевском дворце зажигаются свечи, и печальная скрипка прозрачно звучит. Белоснежная ручка в пленительном танце, чародейки гварнери, пьянящий напев. И таинственно кружатся в бальном убранстве неземные узоры брабанских кружев. Ах, как хочется скинуть покров прегрешений, не касаясь земли, воспарить в облака. Где все так же легко, не подвластно забвению, над танцующим залом белеет рука. Разнесется по свету напев клавесина, приподнимет на миг вековую вуаль. Продолжается бал на картине старинной, опускаются вечи на старый Версаль. Продолжается бал на картине старинной, опускаются вечи на старый Версаль. Какие настроения извлеклись из глубин памяти. Спасибо вам. Ну и когда вот попросили спеть эту песню, я был, честно говоря, очень рад. Вот ты начал правильно. Это все, что я забыл. Вы видите, насколько долго не исполнялась эта песня. Все. Не помогать теперь больше. А я так уже попривык.
вылезать наружу не спеши. Подожди, пока откроет дверь кинозал повторного кино, и увидишь только ты, поверь, сон, который виделся давно. Небольшой односерийный, черно-белый, и о прошлом, где все живы и здоровы, и тебе немного лет, и знакомая фигурка в сарафанчике в дорожку, и растерянная память, это снится или нет. В сонном том кино всегда есть она, все вокруг смеются просто так, что в этом сне им не до сна. Не заснуть весною им никак, и еще умеют все летать, и клянутся помнить и любить. Но никто не будет вспоминать, но никто не сможет позабыть. Небольшой односерийный, черно-белый, я прошлый, где все живы и здоровы, и тебе немного лет, и знакомая фигурка в сарафанчике в горошек, и растерянная память, это снится или нет. Большой односерийный, черно-белый, я прошлый, где все живы и здоровы, и тебе немного лет, и знакомая фигурка в сарафанчике у горошек, и затерянная память, это снится или нет. Швыряет колкий снег на побитый молью плиз, и в не лучшем из миров на задворках мироздания одинокий человек, согреваясь, бьет на бис. Непонятная страна, непонятная погода, да спешащие назад старомодные часы. Вот такая вот зима, вот такое время года, нескончаемый закат, очень средние полосы. Ветер сам уже подмерз,
завывает из-под арки, и снежиночья мошка в душу норовит залезть, выпивает Дед Мороз. Потому как нет подарков, потерялись из мешка стыд и совесть, ум и честь. Вот такая вот зима. На затворках мироздания нескончаемый закат очень средней полосы. Равнодушные дома, где исчезло сострадание, и спешат, 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 все спешат назад часы, и спешат, спешат, спешат. Сейчас будет довольно страшный эксперимент, потому что следующее произведение я не пел практически вообще никогда, раза в три в жизни. Всего. Потому что когда я написал эту оперу под названием «Футбол», ее сразу стал петь Олег Григорьевич Митяев, еще когда он был Олегом Митяевым. Вот. Он тогда ее спел. Он даже включил ее в свою дипломную работу вот, по песням Величи Александровича Кима и моим, когда он еще учился в Авгиде. Вот. Потом не пел ни Митяев, ни я, но поступила заявка, и мы знаем этого человека, который поступил заявку, но, как говорится, ну, что ж поделаешь. Итак, опера «Футбол». В отличие от оперы Тимура Султановича Шаова, который написал конкретно по поводу, когда наши оба проигрались, да, в Японии, Южной и, извините, Корее, это добрая опера, это как бы такая... Написано 154 года назад. Я тут даже писал слова, я их не вижу все равно, постараюсь. Итак, опера «Футбол». Прошу делать скидку на возраст исполняющего. Комментатор. Внимание, внимание, внимание. Включаем ретранслятор ПТС. А так как счет не знаем мы заранее, игра приобретает интерес. Между прочим, да? По поводу договорных матчей тогда такого не было. Нет, мы просто не знали. Да? Направо гости майки красно-белые, налево мы зеленые с искрой. На стадионе за его пределами следят 120 тысяч за игрой. У них силен в атаке форвард Батюшкин. У нас силен вратарь Иван Столбов. У них силен в атаке форвард Мальчишкин. У нас силен защитник Иванов. Как написано, так и пою, извините. Значит, судья собирает капитана в команду. Слово скажет кто-то, дам пенальти, а заспорит сразу удалю. Вы вот так командам передайте, знаете, я ведь шуток не люблю. Это свисток. Начинается игра. Комментатор. Какой момент, а вот и первый инцидент, какой момент, а вот и первый инцидент. Наш. А я не виноват, он сам такой сражение. А сам хромает с лошади упал. А я вообще не помню столкновения. А я вообще-то позже подбежал. Судья. Карточка желтая, очень потертая от постоянного употребления. Бутсы под ложечку и за подножечку вам объявляю я предупреждение. Игрок их. Ой, нога, нога, ой, миниск, миниск,
не играете в кость? Где же ваша спортивная злость? Комментатор. А время в первом тайме истекает. Судья, наверное, даст минут три. Гляди-ка, он пенальти назначает. И гости будут бить. Ну ты смотри. Вратарь. Ох ты, лишь бы не в девятку. Да и низом все равно. Ух ты, Буцу 45-й. Значит, так не повезло. Штатный пенальтист. Шагу бить нельзя, сломаю. Да и вратарь за ней стоит. У него семья большая. Он, наверное, хочет жить. Тем не менее, разбегается, бьет, мяч попадает в судью, судья у вратаря, и сетка оказывается на 15-м ряду. Комментатор. Иди, ну как у нас тут интересно. Жаль, что заканчивать пора. Наши ушли с предпоследнего места вниз на очко, но в запасе игра. Будем считать, что... Ну, вообще-то там так и было. Я ничего не придумал лишнего вообще. Еще Олег Григорьевич поет без последнего вот комментаторского этого... С предпоследнего места вниз на очко. Витиевато. Так, следующее. Тоже вспомнили. Собственно, и не собирался-то петь. Песня про секс-шоу. Ну, а для этого предыстория, значит, я не буду рассказывать, в секс-шоп мы ходили с Колей Лукинским и с Игорем Христенко, которые сейчас мелькают, когда Христенко недавно сделал пародию на Лену Ваенгу, я валялся вообще. Как гад похудел, вот что у меня больше всего. По-моему, в корсете. Что я его знаю как человека склонного. А тут вдруг такой бегает, затянутый, там что-то ножками топает последний. Да? Ну ладно, в связи с этим вспомним просто историю, которая была в той же Барселоне, когда мы как-то в круизе приплыли, и среди людей на пароходе был человек, у него какая-то фирма была такая строительная, маленькая, московская, и он все время спрашивал, вот мы приплываем в Грецию, он говорит, перед тем, как на берег спуститься, он говорит, как по-гречески туалет? Он говорит, туалет. Видно, что-то боялся. Во Францию. Как по-французски туалет? Туалет. А, да. Туалет. Собирал, по-моему, слово туалет на разных языках. Ответ был один. И когда, значит, в Барселоне нас поставили на 5-й причал, не на 1-й. Бульвар Рамбла, статуя Коломбо. И ему сказали, Вова, ты вот сойдешь по трапу, там будет стоять такси. В ней, наверное, будет сидеть испанец. Ты вот зажми 120 писет, тогда еще писеты были, тогда еще Испания не входила. Ни больше, ни меньше, ни 119, ни 120. Ну вот зажми и вот скажи ему два слова. Бульвар Рамбла. Он тебя довезет, высыпешь эти писеты и все. Вову ночь учил, значит, бульвар Рамбла, эти два слова. И как туалет в испанский, говорит, туалет, можешь заучить. Утро Вова вышел, спустился, действительно стояла машина, сидел испанец, Вова сел, сказал, бульвар Рамбла. Таксист сказал, они через минуту 20 секунд они были, бульвар Рамбла, объехать просто пирс надо. И, значит, таксист произнес какую-то странную испанскую фразу. Вова ее дослушал до конца и так на эсперанто спросил, чё? Шофер не знал эсперанто, но мы поняли, что Вова тоже не знает испанского. Он вынул блокнот и написал 140 цифрами. Вова посмотрел на 140, и вот здесь включается вот, понимаете, я как вспоминаю эту историю, я анализирую, я себя представляю на этом месте.
Я бы, наверное, достал деньги, я бы дал ему 140, все и вышло. Нифига, у Вовы было зажато 120. И Вове сказали, не 119, не 120. И Вова сделал гениальное движение. Он сделал так. Я не думаю, что водитель знал этот жест. В разных странах он обозначается по-разному. Но он понял, то есть энергетический посыл был хороший. После тёп, тем более. Он понял, что что-то не так. Он зачеркнул 140, написал 130. Но тут Вова уже был на верном пути. Он сделал так. Вот уже водитель понял, что он на верном пути. Он уверенно зачеркнул 130 и каллиграфически вывел 120. Тут Вова из потной ладошки высыпал ему 120 писет. Водитель, перекрестившись внутренне, принял этот дар Божий. Когда Вова стал вылезать из машины, водитель ему сказал, «Сеньор!» «Чё?» — сказал. Водитель сказал, «Окей». Я не знаю, существует ли до сих пор этот жест среди барселонских водителей, я думаю, да, потому что это было такое потрясение, о котором человек мне рассказать не мог. Примерно такое же потрясение испытали Коля Лукинский и Игорь Христенко, и я. Я был главным, потому что я был в круизе тогда второй раз в жизни, 91 год, а они были первые. Значит, а Коля Лукинский боксер, он победил всех, король ринга, сошел с ума, он носит пояс с собой, и на всех своих выступлениях он поет песню там, что-то, я бил Джигурде по бороде, таранде, по катманде, что-то, и песню даже написал. Причем всех побил, ему дали мотоцикл и пояс. Вот. А тогда он был первый раз за рубежом вообще, а я второй. Вот этим все и началось. И мы пошли, мы пришли, и мы увидели. Да. Но главное, что нас там испугало, Коля тогда жил в Смоленске, а в Смоленске такого не было. Стеллаж, где были изображены, тогда же были видеокассеты, часто их уже нет, да, сейчас диски, и то уже, да. А вот что нарисуешь на флешке? Вот какую фотографию разместишь на флешке, да? Носитель будущего, недалекого. Именно что недалекого. А там же берешь кассету в руки, маешь вещь, вот она вся такая. И вот мы как посмотрели, а на последний ряд были эти. Я их называю мужчину-женщину одновременно. А в Смоленске таких тогда не было. Лука, он был гениальный человек. Он был бизнесмен по крою, по сути. Он как-то закупил в Египте партию туфель, стал продавать в Смоленске, потом бегал недели две по трансформаторной будке, его хотели убить, потому что туфли оказались для покойников. Но он об этом узнал, когда первые 100 человек принесли назад, так, разорвав подошву из картона. Да, и вот он пришел в секс-шоп. Я опасался, что он там убьет этих продавцов, но тем не менее. Песня-репортаж. Ни слова лжи. Сегодня внутренне и внешне хорошо. Сегодня все пьяны и даже без вина. Сегодня Колька собирается в секс-шоп. Сегодня радость на лице у другана. Глядит на стрелки часовых, ну же, ну ж. Наводит стрелки на вельветовых штанах. И даже в этом гражданин, а также муж. И все такие же у Кольки в друганах. И мы идем гуляем молча, не спеша. Напряжены, но виду мы не подаем. А птичкой в клетке где-то там стучит душа. А ну не сдюжим и державу подведем. А вот и шоп, точнее, трудно рассчитать. Заходим цепью, как в горах, когда буржит. Рука в кармане обхватила рукоять. Чё-чё, ну, в общем-то, что там лежит. А он стоит, примерно будет нам по грудь. Отполированный, ну что ты, как живой. И Колька шепчет, еле слышно, не забудь. А сам с лица сменился, парень сам не свой. Я гадом буду, не забуду, слышь, Колян. Мы подтянулись и вошли, как на парад. И Колька шел, как представитель всех смолян. А там заразы, хоть и лежа, а стоят. И вот такие, и такие еще. Вот длинноствольный, будто палку проглотил. А вот и лысый, ну не дать не взять Хрущев.
А вот чернявый, будто кто его коптил? А вот и устройство для желания извне. А вот и гайка, чтоб законтрить изнутри. И только слышен Колькин шепот: «Братцы, нет! Ну так же в жизни не бывает, посмотри!» Мы посмотрели, обалдели, вот те хрен. Стоим и думаем, что-то здесь не то. Сидит девчоночка с грудями до колен. Ну, правда, девка не живая, на фото. А рядом нехра, будто девушка с веслом. Но там весло, а здесь как есть на трех ногах. А рядом тетку так, ребят, разнесло, что можно целый взвод упрятать в сапогах. Колян присел, видать, ногами ослабел. И вдруг кричит, и мы к нему ныряем вниз. А там написано: «Красотка, она бел». Но мы как глянули, вообще оторвались. Вот так вот смотришь, да, чувиха, все при ней. Шестой размер, помада кудри, алчный рот. А так вот глянул, ой, ребята, ей же ей. Крупнокалиберный немецкий пулемет. Колян кричит: «Ядрёна, ваш фотомонтаж! Шатергану разок и будет за путем!» Тут продавцы на нас пошли на абордаж, а мы стоим спина к спине у мачты все втроем. Они не знали, что товарищ наш боксер. Они раскрылись, будто трюмы корабля. Он бил за родину, за братьев и сестер, бил за березки и родные тополя, бил от души, в которой сохнет маята, бил за великую из всех великих стран. Он на ночь высосал бутылку без винта, скрипел зубами и кричал: «Но пасаран!» Ребята, все так и было. А если учесть, что с нами была еще делегация Свердловского автодора, которая не пошла в секс-шоп только потому, что перед этим на острове Гранада они смотрели на 87-летнюю немку, которая загорала топлес. Они выкурили 10 пачек беломора вокруг нее, поддернули семейные трусы и пили 3 ночи и 3 дня. Поэтому они физически не смогли с нами пойти. Но мы к ним присоединились. Коля не пьяни. Вот после этого вам всех, знаете, потрясение. Так, Николай, что у нас там дальше пожелали люди? О! Перелом у нас. Перелом, да. И живем на переломе. Запросили. Устали, и печали нет конца.
Ссорились вначале, на кого-то все кричали, все кого-то обличали и остались без лица. Запятая, точка, палка, стародавняя считалка, кресло, бывшая качалка, человечек под дождем. Вечер долг, век конечен, и таинственный предтеча всех забыл до новой встречи, до которой ты живешь. Не печалься, печали, без печали мы скучали, и не часто вы встречались, закончилась она. А так сидим и не скучаем, наливаясь крепким чаем, и приятно нас качает нашей жизни глубина. А так сидим и не скучаем, наливаясь крепким чаем, и печально нас качает. Подустав от одиночества, отправляйся в мир иной, где спешит твое высочество на свидание со мной. Молодая да пригожая, чё-то убрана со лба, а может просто прохожая, а может ты моя судьба. А за замызганными окнами то закат, а то восход, сверху кто-то ножкой топает, а снизу дождь идет. И ни имени, ни общества, тишина и благодать. И чего-то очень хочется, да и никак не угадать. Наконец, моя хорошая, мы останемся вдвоем, и негаданно, непрошено мы с тобою запоем. Зажурчим ручьями вешними, переполненной души, хоть святой ты или грешный ты, слушай, слушай, не дыши. А как кончится пророчество, а как кончится слеза, возвращаюсь в одиночество, возвращаюсь я назад, в неизменно неизмерное, что ютится на ветру. Суверенно суеверное, где родился и умру. Ладно, все чьи-то ноги топают, да на закат и на восход, а за замызганными окнами там все дождь идет. И ни имени, ни общества, тишина и благодать, и чего-то очень хочется, да и никак не угадать, и никак не угадать. Свинцовым спину под обрез.
дыром мундире, в ранах обарабаны, но хотят напиться ржавые штыки. Отче наш из Бога, далека дорога, тяжелые приклады, головы легки. Отче наш из Бога, далека дорога, тяжелые приклады, головы легки. Жили лесом лесом, побыли по полю, старую дорогу. Попутным ветром за далекой долей помнят барабаны северные полки. За попутным ветром за далекой долей помнят барабаны. Ну и, естественно, просили. Захлебнулся кровушкой Растопой розетки этот сукин кот. Я к своей винточке крепкошки приложила, за сапог засовывал старенький ногам. Славу третьей степени да медаль отважную слева клал старушки глубоко в карман. Мне сухарик подали, мне чинарь бросили, мне старшой Крупенников фляжку опростал. Я ее испробовал, вспомнил маму родную, да по полю ровному быстро побежал. А на колоколенке сукин кот занервничал, стал меня выцеливать, чтоб наверняка. Да это цариночка, малая песчиночка, в глаз попала лютому, дернулась рука. Я винтовку выронил, да упал за камушек, чтоб подумал вражина, будто зацепил. Да он, видать, был стреляный, сразу не поверил мне и по камню камушку длинно засадил. Да, видно, не был, не судьба была пулю мне отпробовать. Сам старшой Крупенников встал как на парад, сразу с колоколенки и весело чирикая в грудь слетели пташечки, бросили назад. Сразу с колоколенки и весело чирикая в грудь слетели пташечки, бросили назад. Я кричал без голоса, грыз землицу.
улицу горькую. Я бежал, не думая, в горку напрямик. Жгла меня и мучила злоба неминучая. Метил в колоколенку мой голодный штык. Горочки, пригорочки, башни, колоколенки, что кому назначено, чей теперь черед? Рана не зажитая, память не убитая, солнышко, да полюшка, да геройский взвод. Рана не зажитая, память не убитая, солнышко, да полюшка, да геройский взвод. Синешь в своих валанах, буду я плутать по тьмах, да не дай бог на топлях ветер бросит. Ты засинешь в своих валанах, буду я плутать по тьмах, да не дай бог на топлях ветер бросит. Смехается в усы и расчесывают их гребнем волны, как последний солнце луч не вернется из-за туч, вот тогда зажгу огонь свечкой полной, как последний солнце луч не вернется из-за туч, вот тогда зажгу огонь свечкой полной. На реке огонь горит, на барже матрос стоит, я машу ему рукой, словно в детстве. И барже прошла уже, и спокойно на душе. Не гаси огонь, дай погреться. И барже прошла уже, спокойно на душе. Баки, не гаси огонь, дай погреться. Старый дом, где место открыто. Ух ты! По-моему, все из одного блокнота вытрянуто. Так, старый дом, очень хочется услышать заплыв. Тихо, тихо, зима, какой заплыв? По весне. Свадьба. 1, 2, 3, 4. Не. 5. Сойдемся на 5. 5. Все. Отлично, ура. Заплыв. Ну, понимаете, заплыв, я ж не вспомню сейчас заплыв. Прошу себя. Так, ну ладно. Я сейчас попробую вспомнить.
Господи, крест нести надо до конца. Все, записки больше не принимаются. Однажды я и кореш мой Зарёва, как водится, нахреплись немного. И чтобы смыть нахлынувшее горе, решили пару раз махнуться в море. Ландшафт был непростительно суров, и ветер дул. Я знаю, но я думал, от наших берегов. Подходим к морю, понимаете, песня была написана в Судаке. Это была Украина, тогда еще общее пространство. А сейчас я уже думаю, когда пою. Да. Подходим к морю, да гладь залив. Зарёва взял тросы родной земли, но голосу рассудочному внемля, он выспал назад родную землю. А ветер дул, оборзевший совсем, секунду метров 8, а может и 7. Плывем я кролем, а Серега братцем, пинаем крабов, тискаем медуз. И вдруг Серега тихо шепчет басом: остался позади родной союз. А гады контры с берега глядять и на Серегой плен забрать хотеть. А я кричу: ну не, живым не сдамся. Тогда еще комедий-клаба не было, поэтому кричали: ну не, живым не сдамся, да. Серега тоже молча не остался, покрыл их в три креста и в две дыры. Они на нас направили стволы, а ветер сволочь дул еще хлешей. Серега сразу вспомнил это, не свежте его. Но мы от них ушли под нос песнями, да разве им сравниться году с нами. Но тут возник сухоболичный спор, что это, Дарданеллы или Босфор. Серега встал стеною за Босфор, но тут пролился дождь турецких гор. На берег вышли, ба, город иностранный, и день у них, как видно, нынче банный. Все носят полотенце на башке. Стамбул прочел Серега на флажке. Ну что ж, Стамбул почти ж как Тамбов. Я был в нем, и Сереге он не нов. Идем, глядим, не город, а восторг. А на трусах ярлык Казань шлиторг. Вдруг пилит нам мадама у паранже. Она мне ловко, вроде в неглиже. Серега сразу метхен, вроде шон. Но тут ее папаш подошел. Он нам кричал обидные слова, но это мы не поняли сперва. Когда на нас дошло, что смысл суров, Серега дал ему промеж рогов. Вокруг толпа из боли расти, а я считал, стоял до 9. При счете 3 мужик едва вздохнул, при счете 8 ноги протянул, при счете 9 их пришел бельтон. И мы с Серегой ломанули вон, мы плыли, ветер был у нас в трусах. За нами катер носа 2 часа, но нас они не взяли на испуг. Здоровым теле ведь здоровый дух. Мы дома как приятно, черт возьми, что мы успели серым до 8. Это сейчас до 10 продают, а раньше до 8, а то и до 7 было. Помните, как человечество страдало? Вот и протестные песни оттуда, понимаешь ли, с 8 до 10 появлялись. Ну что, свадьбу 5 просили? Поехали, Николаевич. Хлебтом примет издалека. Подлетел клюв, попал в стекло. За стеклом ответила свадебка. Там невеста песня во всей красе. Там жених с непьяным еще лицом. А фото на фото не в фокусе. Безымянный чешется под кольцом. Там невеста песня во всей красе. Там жених с непьяным еще лицом, а фото на фото не в фокусе. Безымянный чешется под кольцом. Сыплется чечеточка на паркет, и еще у деверя голосал мас. И уже практически по ноге туфли, что надеваны первый раз. Ах,
душа. Ох, жених с нетрезвым уже лицом, да чего ж свадебка хороша. Перышком жартичьим горит кольцо. Ах, невеста, песня, гуляй, душа. Ох, жених с нетрезвым уже лицом, да чего ж свадебка хороша. Перышком жартичьим горит кольцо. След от фотографии на стене, лампочка пылится под потолком. В щелку незаклеенную в окне убежала память, как молоко. Где-то та невеста, красавица, где-то тот жених, что еще не пьет. Где-то это фото на два лица, все закрыты по небу. Который, сколько бы ни менял мест прописки, всегда остается гнездом глухаря. Старый дом, где вместо кресел подоконники приютил у телевизора окна. Полночь за полночь, а я сижу спокойненько, наблюдаю, как меняется луна. Только что было серпом, уже без молота, а теперь как неразмененный пятак. Только что мы были счастливы, молоды, а теперь уже не так. Отсюда увозили нас, сюда нас возвращали, отсюда мы уехали, приехали сюда. А ехали с орехами, скакали с калачами, бултых и в ямку канули и годы и года. Бултых и в ямку канули и годы и года. За окном мелькают кадры старой хроники, наши лица проплывают стороной. Все мы вместе, все орлята, все соколики, и вихры нам приминают дождь грибной. Каждый вечен, каждый учен, каждый стоящий, зубы мелкие, но острые уже. Далеко еще, ах, как же далеко еще, подоконник на четвертом этаже. Отсюда возили нас, сюда нас возвращали, отсюда мы уехали, приехали сюда. Поехали с орехами, скакали с калачами, бултых и в ямку канули и годы и года. Бултых и в ямку канули и годы и года. На стене другой рукой та же формула, имена другие, равенство одно. Что-то помнится из фильма бело-черного, что-то доброе, но прямо как в кино. Словно годы пролетели, будто не были, где-то рядом, просто выше этажом. Жаль, что сказка как была, осталась небылью. Да и где она, дорожка в этот дом? А окна звезды сигаретные, соколятам орлятам не до сна. Лезут в голову вопросы безответные, растравила душу чертова луна. Загудела голова, пустая звонница, за окошком дождь не старый моросит. То ли где-то тихо капает бессонница, то ли бьют незаведенные часы. Отсюда возили нас, сюда нас возвращали, отсюда мы уехали, приехали сюда. А ехали с орехами, с
скакали с калачами, вот их и в ямку канули годы и года, вот их и в ямку канули и годы и года. Спасибо. Евгений Львович.